Коммерческие холодильники для супермаркетов – основное производство финской фирмы Норпе. Многие детали делаются вручную, каждый шкаф изготавливается индивидуально. За такую работу сотрудники получают хорошие по европейским меркам деньги – 15-16 евро в час до вычета налогов. Но будут ли мастера и дальше получать зарплату в евро? Мнения в коллективе разделились. Кризис в странах-должниках Южной Европы давит на настроение. Кое-кто считает, что нам стоило бы выйти из еврозоны, но больше все-таки сторонников евро. Почти 2 часа езды на пароме отделяют столицу Финляндии Хельсинки от Таллина, столицы Эстонии. Эти два государства составляют мощную хозяйственную единицу со здоровыми государственными бюджетами. Правительство Финляндии даже требует от должников гарантий. Так, испанскому правительству пришлось перевести на финские счета около 800 миллионов евро, чтобы получить кредиты на сумму свыше 2 миллиардов в евровалюте. Такую систему залогов министр европейских дел Финляндии оправдывает необходимостью учитывать скептическое отношение к евро у населения. Вторая причина – это идея, которую мы стремимся донести до всех государств еврозоны. Крайне важно самим заботиться о собственных государственных финансах. Финляндии это удается делать так же, как, например, Германии. В цехах компании Норпе коммерческие холодильники отгружают для экспорта в Германию. Многим немецким супермаркетам требуется новое оборудование. Таким образом, финская фирма нашла для себя огромный рынок. Благодаря открытым границам и общей валюте, руководство компании рассматривает Германию как внутренний рынок. В настоящий момент Германия является нашим крупнейшим растущим рынком. Общая валюта способствует этому во многих аспектах. Например, в расчете цен, управлении стоимостью, расчете прибыли и убытков. Нам это выгодно, и мы рады иметь общую с Германией валюту. Благодаря предоставлению гарантий со стороны южноевропейских стран-должников, Финляндия стала любимицей американских рейтинговых агентств. Например, Moody's, как и раньше, удостоила ее высшей оценки – тройной А.